Всем привет, приветствую вас на моем канале. Сегодня сделан коктейль «Ирландская автомобильная бомба». Автор рецепта и место появления неизвестно, но он относится к группе коктейлей «Глубинные бомбы», которые появились в 30-е годы. Для коктейля понадобится пиво, стаут, сливочный ликер и виски. Также переходите по ссылке на этом видео на другие «Глубинные бомбы» у меня на канале. После того, как вы опустили стопку в бокал, необходимо быстро выпить его залпом, не дожидаясь, пока сливочный ликер свернется. Но даже если вы отвлеклись и ликер свернулся, то не переживайте, даже в таком виде он достаточно вкусный. А спонсор этого видео – ирландские коровки. Вам молоко, нам траву. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно комментарии. Петю с умом, всем пока!